дом под снос давно уже, он был известен, что под снос. Буквально вчера, несколько дней назад, как бы отсюда съехал последняя семья, они забрали. Вот сейчас соседи говорили, что уехали вчера, позавчера, они последние вещи забрали. Мы сегодня в 12 часов вышли, на лавочке засидели, чуем, пахнет гарью. Прошло несколько минут, поворачиваем, здесь уже дым, подошли сюда, да, и уже все, на первый и второй этаж горит с той стороны. Проводкой пахло, очень сильно пахло проводкой, пластмассой именно. По-видимому, после дождя кратнуло где-то все-таки. Вот это было, вот прям полдвенадцатого где-то было. Проходы все открыты постоянно были, там постоянно кто-то заходил, выходил, все открыто было. Пока вот это, да, вот, единственный оператор наш.